Ребята, очень прошу, чтобы вы включили VPN из любой страны, желательно из США, чтобы поддержать меня и мой канал. А спонсор этого ролика – мой мерч myuni.store. Ссылка в описании. Привет, на связи я, Юни, и я снова в Майнкрафте. Как давно я здесь не была. Недавно Моджинг показали новую версию 1.20, которая добавит нового моба. Нюхрю. Но вот меня зацепил другой монстрик. Негодник. К моему сожалению, он не появится в игре. Хотя... Я заказала у разработчиков модов добавить и доработать негодника. Теперь он будет появляться не только в пещерах на нулевых координатах, но и по всему миру. Играй со мной в прятки. Как тебе такое? Звучит очень интересно. Предвкушаю твой лайк. А подписка на канал – залог хорошего моего настроения. Ты понял намек? Поехали! Первым делом давайте добудем дерево. Верстак. Моя первая деревянная кирка. И последняя. Прощай, ты мне больше не понадобишься. Теперь у меня есть лучше каменная кирка, каменный топор. А на печь мне не хватило. О, да тут еще и уголь. Есть! Интересно, а когда этот моб появляется? Я уже минуты три выживаю, наверное, это много. Жду не дождусь. А кто это там? Это же новый моб-негодник! А ну-ка стоять! А, куда ты меня ведешь? Надеюсь, к моему новому сюрпризу, к подарку. О, это оно? Яйцо! Он уже пропал. Да ладно, потеряла. Так, 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 он же точно был здесь. Прячься, не прячься, я все равно тебя найду. И ты мне подаришь первый мой подарочек. Эй, негодник. Так где же он? Я уже заблудилась тут. Он точно где-то был здесь. Если я поднимусь выше, может, с высоты я его найду? Эх, ладно. Видимо, на первый раз я его упустила. Стоп. А где я оставила печь и верстак? Черт. Ладно, скрафчу новую печку и верстак. А еще мне нужна еда. Вот было бы хорошо найти сейчас деревню. А что это за постройка там такая? В простом Майнкрафте я такого не видела. А вон и негодник. Сейчас нужно аккуратно к нему подобраться, чтобы он не сбежал от меня. Пускай видит, что мне на него пофиг, и будто я просто ухожу. А на самом деле я просто подойду с другой стороны. А везде листва, как бы пройти. Листва, тихонько, пожалуйста, не подведи меня. Черт, а ну стой! Гребаное листво, негодник! Мне очень важно тебя поймать, какой ты быстрый! Ой-ой, ну и куда же я попала? О, наковальня, забрать потом надо. Но сперва негодник, он же где-то здесь. И где он? Так, а если я нажму F5? А, я вижу его, наверх побежал. Я потерялась, так, ладно, пользуемся F5, так будет быстрее. О боже, эти лабиринты, он же сейчас убежит от меня. Скорее. Ну и куда он снова убежал от меня? Зачем я за ним вообще бегаю? Я потеряла уже столько времени. У меня мог быть уже железный сет, еда. И может даже домик. Все, больше я не поведусь на этого негодника. Ясно тебе, слышишь меня, да? Вот было бы неплохо сейчас найти деревню. А вообще, тут какой-то сундук. Возможно, подарок от негодника внутри. Мерч. Май. Юни Стор. Хочу напомнить, что у меня есть свой мерч. Самый крутой и самый качественный. Реально. Я создавал его сама, поэтому качество для меня многое значит. 200 проданных шоперов. Что-то об этом да и говорят. Очень много повторных заказов для своих друзей или родственников. В общем, на день рождения, на всякие праздники. Это мне очень греет душу. Так вот, в моем мерче есть мягкая игрушка кролика-перевертыш, которые почти закончились. Больше таких не будет. Это мега эксклюзив. Так что скорее заходи на сайт и смотри, что у меня там есть, и покупай. А в моем телеграм-канале ты найдешь купон на скидочку, так что подписывайся. Продолжаем. Эти игры, конечно, здорово, но я очень боюсь, что у меня уже скоро начнется голод и ночь. Хоть какое-нибудь животное. Эй, нюшки! Серьезно? Я нашла! Наконец-то! Супер! Как знала, здесь обязательно должна быть еда и ресурсы. Так, какие-нибудь грядочки бы
с морковкой. Все грядки пустые. И сундуки тоже. Что за проклятие? Здесь нет еды. Ничего нет. Только голем. Но я еще не готова к битве. А, жители, отвечайте! Где все ресурсы? Неужели вы все съели? О, негодник! Все, ты пойман! А, что? Он же только что тут был. Опять он куда-то убежал. А вот он! Стоять! Это 100% его проделки. И сундуки обчистил он. И зачем-то съел всю морковку. Он опять исчез. Вижу, вижу. Ну все, вот и забежал в дом. Это очень зря. Вот я тебя и поймала. Наконец-то. Ура, у меня получилось. Ну что, ну что? Что же? О, первый подарок от негодника. Конечно, не такой, какой я ожидала. Но еда мне тоже очень нужна. Спасибо. Картошка. О, уже приближается ночь. Сегодня я переночую в деревне. А утром уже тогда пойду добывать ресурсы. Камень, железо, золото, ну и, конечно же, алмазы. Если повезет. Спокойной ночи, житель. Извини, я спать. Мое утро начинается не с кофе, а с добычи алмазов. Я здесь неподалеку видела каньон. Да, вот и он. Так что должно быть легко. О, а у вас начинается утро с джакузи. Факелочки. Я нашла шахту и надеюсь, я тут встречу негодника, который даст мне хорошую кирку. Ну или же найду алмазы, пока они мне еще не встречались. О, боже, слышу эти страшные звуки монстров. Так, топор наготове. Какие же громкие звуки. О, боже, откуда их столько здесь? А, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. А, надо бежать. Бежать подальше. Главное, не потерять хп, не умереть. Ах, ты же это западня мобов, твоя проделка. А ну-ка, стой, я надеру тебе за это. Меня же чуть не убили. Вот ты и попался. Оказался в тупике. Давай ко мне. Приз за это. Вау, алмазный меч с зачарованием. Это мне как раз нужно для защиты. Теперь я смогу одолеть тех мобов и заполучить уровень, который может мне в дальнейшем потребоваться. Опять убежал, ну и ладно. Так, пойду-ка я убью тех мобов. А ну идите сюда, зомби. Вау, а меч-то реально хорош. Пещера, ты какая красивая. 5 алмазов, 8 золота. О, это очень хорошо. Золотое яблоко есть, мне пригодится. О, там еще алмазики. И еще, вау. А как мне спуститься? Как-нибудь по-хорошему. Ой-ой-ой. Ух, сколько же здесь времени я провела. Но ресурсы собраны. Скорее, за ним, за ним. Постой, ха-ха, ты меня как будто бы ждал. Ну и куда спрятался? О, что это за постройка? 3 лестницы различной высоты. И, видимо, паркур. Что, я должна по очереди их пройти или что? О, табличка. Наверное, негодник оставил. Сделай выбор. Я поняла. Нужно сделать выбор, какой паркур я пройду. И, видимо, за прохождение я получу бонус от негодника. Ну, я так думаю. И какой выбрать? Если выбрать этот, наверное, будет сюрприз получше. Но как-то не хочется, он очень сложный. А это то, что мне землю даст за такой маленький паркур. Ладно, выберу среднюю лестницу. Когда он успел это все построить? О, вижу, его рюкзачок виднеется. Он меня там ждет. Нужно крайне осторожно пройти его. Или же я потеряю все, что добыла. А мне этого не хочется. Ты что-то в креативе строил? Почему блоки летают? А? Ух, очень страшно, очень страшно. Я вообще не мастер паркура. Я его не люблю. Боже, лестница. Чуть не упала. О, господи. Смотри, как я буду. Надеюсь, я заслужу что-то хорошее. Последний рывок. Боже мой, боже мой. О, приветик. О, тотем бессмертия, спасибо. Тотем очень полезно. Спасибо.
уже исчез. Я могу, конечно, спрыгнуть, но не хочу терять тотем бессмертия. Поэтому попробую пройти паркур назад. А где блок? Как я слезу теперь? Ах ты, негодник! Это была ловушка! Я так не хочу терять тотем. Погодите-ка, у меня же есть ведро с водой. Я могу сделать water drop challenge. Я видела, как это делал спидранер, и даже иногда самой получалось. Возможно, сейчас получится. Давай, 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 давай. О, есть, получается. Фух, сейчас крафчу броню, ресурсы у меня есть. И да, тоже алмазные поножи, ботинки и золотой шлем. А, и нагрудник. Зачем мне алмазный шлем? Потому что время идти вода и фритными палочками. Нужно найти лаву, сделать обсидиан, далее его вскопать и создать портал в ад. В общем, я путешествовать. Лава найдена, бесконечный источник сделан. Let's go! Боже, я же могла... так, а у меня... Да, отлично, у меня железо, я могу сделать портал двумя ведрами. Одним я очень давно не делала, поэтому боюсь накосячить. Давай, кремний, ну же! Фух! Ну что ж, портал в ад готов. Заходим. А, стоп, чуть не забыла. Хорошая... А, у меня же есть, так, а может еще тогда что-нибудь? Вот, супер. Все, я готова. Ой, черт. Еще одно задание. И что-то я не вижу негодника. Ладно, нужно как-то это пройти. Наблюдает за мной. Ну, конечно, я его там не поймаю. Он проходит через один блок, а я в два блока. Кнопки. Возможно, возможно, мне нужен лук. Так, тут есть как раз паутина. Стоп, а стрелы-то нет. Ну и загадка. Может, тут что-то есть рядом. А может, правда нужно было за ним пойти? Что тут? О, сундук! Все. Так, что это? Паутина. Ага, у меня есть палки. И на стрелу. Одну стрелу. Что? Как же сложно. А, и теперь у меня всего 6 стрел. А тут сколько раз? 2, 3, 4, 5, 6. О, мне хватает. Что это? Все рассчитано? Так, теперь нужно быть супер меткой. Пожалуйста. Есть. Есть. Есть! Ой, так. Надеюсь, это засчитывается. И последний. Отлично! Дверь открылась! Ура! Прошла, прошла! О! Снова вторая комната. Кнопки, кнопки, кнопочки. Мне реально искать подходящую кнопку. Звук какой-то был. Что за звук? Ладно, дверь-то не открылась. 100 лет спустя. А, открыто! Ух! Что? Опять? Так, вагонетка. Ага, я села куда-то, попала в тупик. А, вот еще что-то. Стоп, я реально в тупике? А как теперь я слезу? А, во-во! Так, так, так. Назад, я просто нажала правую кнопку мыши, не знаю, что делаю. Так, смогу ли я? Нет, но у меня вообще-то есть блоки. Куда дальше? А, вот. Так, так, так. Боже, ну у тебя и фантазия, негодник. Ага. Так, лезем, лезем, лезем. Наконец-то я прошла. О, привет. Ты прям ко мне в руки пришел? Я заслужила от тебя так много подарков. Лук. Прочность. Что? Ты маг? Да. Обалдеть. Давай мне еще подарки, иначе ты получишь стрелу. А я пошутила. Не обижайся. Еще он мне дал зачарованное золотое яблоко и стрелы. Лук просто огонь. Встань. Отстань. Пожалуйста. Нет. Щит готов. Теперь будет полегче драться с этими ифритами. Кстати, хочу пробовать свой лук. Давайте. Вау, с одной стрелы. Так, может еще кто-нибудь? Боже, я убила их. Этих ифритов уже 4. А огненный сержень только 1. Как странно. 2 сломанных портала рядом. И никак не могу найти свой. И вон еще один портал. 3-й, тоже сломанный, рядом с негодником. Так, я знала, что это его рук дело. Ха, исчез. Я поняла. Иду, бегу за тобой. Ой, как тут опасно. Не гори, не гори. Ну и где же я?
Ну ладно, у меня есть все для того, чтобы отправиться к Эндер-дракону. Даже излишне много. О, куда же мне идти? А я думала в океан, как обычно. Ладно, вперед. Все, портал на один, чешуницы, пока-пока-пока-пока. О боже, да ладно. Так много локэндер надо потратить. Я по пути 3 потратила. Негодник меня ждет. Да-да, он тут был. Оставил мне мостик. Ну правда, хороший помощник, только негодник. Ну что, дракон, у меня практически есть все, кроме хорошей брони. Ну ничего, я справлюсь. Вон он, негодник, привет! Ой-ой-ой-ой, мне кажется, ты очень испуган. Я иду за тобой. Стой там, догоню. Ой-ой-ой. Ну привет, все будет больно? Ух, фу, я тебя поймала. О боже, неужели это что-то очень крутое? Ага, а прочность, подводное дыхание, защита, шипы, починка, огнеупорность, невесомость, взрывоустойчивость. Очень хороший нагрудник, кстати. А как тебе моя шляпа? Ну она тоже не очень. Ладно, я тебя поняла. Смотрите-ка, ты убегаешь от меня или нет? Нет? Ты мне поможешь? Окей, окей, супер. Ему же надо убежать, а куда он убежит, если портал мир закрыт? Фух, дракончик. Боже, что? Какие силы хранятся в этой маленькой ручке? Давай-ка за мной будет последний удар, ладно? Помоги мне сломать эти кристаллы, если тебе есть... Бам! О, взорва... Надеюсь, с ним все в порядке. Ну и камикадзе. Просто, может, он в воду упал. Ну что, дракончик, давай садись. А, еще одна осталась. О, все. Негодник, кажется, я все сломала. Бам! О, да, у меня получилось. Супер, дай 5. Он этого не понимает. Хороший ролик вышел, спасибо. Ну иди, беги. Я тебя догоню. На самом деле я просто закрою мир. Или нет? Мне, в принципе, шлем-то вообще-то реально не помешает. Вот такой вот ролик у меня вышел с помощником-негодником. Или с негодником-помощником. Надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если да, то, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на канал. Ну а на связи была я, Юни. Говорится, ну погоди!